Моисей был поставлен Богом иудейскому народу как пророк и учитель. Через него Бог дал 10 заповедей. И Моисей жил примерно за 1400 лет до прихода Иисуса Христа. И он пророчествовал об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он говорил: «Пророка и среди тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте, так как ты просил у Господа Бога твоего при Хореве в день собрания, говоря: да не услышу впредь голоса Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка и среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, что я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, того пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое мне Господь говорил, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слова, но говорил сие пророк по дерзновению своему, не бойся его». Получается, что Моисей пророчествовал об Иисусе Христе и говорил еврейскому народу, как узнать этого пророка. Он говорил, что этот пророк будет говорить все, что ему повелит Господь Бог. И все это будет сбываться. Все, что говорил Иисус Христос, сбывалось. И также Моисей говорил, как его узнать, что тот пророк, который будет говорить именем Божьим, а не будет сбываться, он лжепророк. Иисус был истинный пророк, он был истинный Сын Божий. А придет, но еврейский народ его не узнал. Только те, кто исследовал Писание, те узнали. А большая часть еврейского народа отвергла Иисуса Христа и ждут до сих пор Мессию. И придет человек во имя свое, который назовется Мессией. И еврейский народ в него уверует. То есть они прозевали настоящего Мессию Иисуса Христа. Но придет последнее время, когда они поймут, что ошибались, и повернутся к Иисусу Христу и уверуют в Него. Это будет в самое последнее время. И написано, что только остаток спасется, остаток евреев. Это будет последнее время. Моисей дал пророчество, и оно сбылось.